А данный ролик создан при поддержке паблика «Ведьмак». Лучшего паблика по вселенной «Ведьмака». Ссылочка в описании. Доброго денечка тебе, любитель приключений. Давай без лишних слов отправимся покорять мир «Ведьмака». И надеюсь, в этот раз удача улыбнется тебе. Красота! Взгляни, как в этот раз повезло тебе. Ты очутился в чудесном лесу. Солнышко светит, птички поют. Ну теперь-то точно все будет спокойно. В этот раз ты выглядишь как бывалый воин. Есть у тебя и меч, и арбалет. Эх, если бы ты еще умел ими пользоваться. Постой, постой. Кто это там впереди тропы? Неужто опять разбойники? Да что ж за мир-то такой? Куда ни пойди, повсюду грабители, разбойники и дезертиры. Ну и что будешь делать? Хотя, чего я спрашиваю? Пока ты слушал мое негодование, они уже успели к тебе подойти и окружить со всех сторон. Вот этот симпатяга, судя по всему, у них за главного. Он вышел вперед и решил заговорить. А кто это у нас такой красивый тут решил по лесу моему прогуляться? Слышь? Ты пошлину за прогулку заплатил, а? И тут неожиданный, молниеносный, сокрушительный удар отделяет голову от тела разбойника. Ты что, с ума сошел? Нет, ну я, конечно, понимаю, что тебе уже надоело умирать постоянно. Но нахрена ж голову парню-то сразу отрубать? Окей, молчу. Это твое приключение, тебе виднее. Но как ты это сделал одним-то ударом? Наверное, ты и сам не понял. Ладно, а с остальными что будешь делать? Но погоди, разбойники собрались в кучку, отойдя от тебя, и о чем-то шепчутся. Спустя минуту из кучки выходит один из них. Делегат, так сказать. Но ты постой, мой тебе совет. Не отрубай ему голову. Выслушай парня. В общем, это, господин любезный, мы тут с парнями поговорили и вот что решили. Сами-то мы мужики сельские, не шибко умные. Делишки на большаке сами крутить, ну не можем, без мозговитого-то командира. Вы, может, это самое, возглавите нас, поясните, что да как, пару дел организуете, добычу поделите в свою пользу, если что. Погоди, не думай даже улыбаться и прыгать от радости, как идиот. Да-да-да, у тебя теперь есть своя банда, и я тебя с этим, конечно же, искренне поздравляю. Вот уж начало смеркаться, сверчки запели. И ты даешь команду своей шайке организовать лагерь на ночь. Парни быстро разбежались выполнять поручение. И вот вы уже сидите у костра, едите только что зажаренного кролика и оговариваете план налета на ближайшую деревню поутру. Вот это успех! Да, мой друг, пусть ты и выбрал не очень благородную профессию в этой вселенной, но согласись, так далеко мы еще с тобой не продвигались в приключениях. С довольной, сытой и воодушевленной физиономией ты ложишься на мягкую травку и засыпаешь, глядя на полную луну. Красота! Эй, просыпайся! Начался чудненький день. Просыпайся, дорогой друг. Чёрта с два. Миленькое пробуждение, увы, не светит. Проснулся ты от добротного пинка сапогом в бок. Открыв глаза, твоему взору представилась замысловатая картина. Нильфгардский патруль повязал уже твою шайку. Несколько парней уже даже успели вздернуть на дереве. А ты крепко спишь, однако. Тот самый парень, который вчера сообщил тебе о том, что отныне ты предводитель их отряда, сейчас стоял рядом с нильфгардским командиром патруля, уверенно тыкая пальцем в твою сторону и вопя. И это вот он, милый господин, вот он заставил нас на караван напасть. Ну, красота, в следующий раз, когда я буду тебе говорить, чтобы ты не отрубал кому-то голову, не думай даже слушать меня. Вот уже нильфгардские солдаты заковали тебя в кандалы, привязали к телеге. И таким вот отличным солнечным утром ты отправился в дальнейшее путешествие. Только вот, увы, уже в качестве пленника. Вот такая вот она, жизнь разбойника. А ты что думал? К обеду патруль остановился на привал. Один из солдат подошел к тебе, чтобы бросить ломоть хлеба, которым можно было бы проломить голову, даже если на ней шлем. Ты не удержался и спросил у солдата, куда же тебя везут? Тот повернулся и с радостью поделился с тобой новостями. Ты ж хренов пес, хер знает, что тебе уготовано. Может, на плаху ляжешь отдохнуть, а может, и вовсе на рудники отправят. Мне-то какая разница?
Да, перспективки, конечно, не очень радужные. Вот к вечеру тебя уже привезли на Нильфгаардскую заставу, на которой и примут решение, куда тебя отправлять. Чудненько. Суд присяжных. Вот у вас выскочила подсказочка. И вы сами должны решить судьбу нашего героя. Плаха или рудники. В любом случае, оба варианта хреновые. Но решать вам. А я пока с вами прощаюсь. До момента, пока вы вынесете вердикт. И не забудьте, после того, как проголосуете, поставить лайк, конечно, и подписаться на канал.